Здравствуйте, друзья! Сегодня в нашей рубрике новинка 2018 года. Мебель для ванной комнаты немецкой компании Duravit. Называется X-Square. X-Square, поскольку была придумана для серии умывальников Dura-Square. А придумал эту серию все тот же самый Курт Меркель-младший, немецкий дизайнер. Отличие этой мебели заключается в том, что она может повторять формы, прежде всего, этих раковин Dura-Square. И этот контур продолжается хромированным профилем полукруглого сечения. Причем мебель может быть как подвесная, так и, как у нас здесь, напольный вариант. То есть этот профиль переходит в ножку и делает еще такой разворот по контуру боковины. Также эта мебель может комплектоваться столешницами и накладными раковинами, как мы видим здесь в этой композиции. Причем столешница может быть выполнена из массива ореха, как здесь. Очень интересная технология. Ламели ореха переклеиваются, потом идеально переполировываются и наносится полиуретановый лак. Таким образом достигается максимальная влагозащищенность. Также столешница может быть выполнена в лаке. В этом случае рекомендуется использовать и фасады в том же цвете лака. Ну, если вы достаточно креативны, можете это все интересным образом сочетать. Ну, вот в данном случае у нас представлены фасады из ламината. И это тоже довольно интересно, потому что обратите внимание, что ламинаты выглядят как хороший высококачественный лак. Ну и, конечно, выбор лаков тоже очень большой по цветам. И, кстати, вот этот цвет, это тоже новинка этого года в ассортименте компании Duravit. Естественно, ящики оснащены системой Push-Open с плавным закрыванием, очень удобно. Ну и дополняет эту коллекцию соответствующего размера зеркала, которые тоже оснащены этим самым профилем и также имеют бесконтактное включение и выключение подсветки. Очень удобно. Ну и, естественно, антизапотеватель. А также подсветку вы можете регулировать по интенсивности с помощью этих бесконтактных клавиш. Коллекция предлагает большое количество различных размеров от 485 до 1600 мм. Соответственно, эту коллекцию можно использовать как в гостевых санузлах, так и в хозяйских, потому что, например, со столешницей можно использовать и два умывальника, два накладных умывальника, тогда получится такой богатый, настоящий, серьезный санузел. Помимо умывальников Dura-Square, можно также комбинировать с умывальниками Vero, Mi by Stark, а также P3 Comfort. Таким образом, количество комбинаций увеличивается с геометрической прогрессией, но я уверен, что вы сможете выбрать ту, которая подойдет именно в вашей будущей ванной комнате. Спасибо за внимание. Размеры композиции варьируются от 400... Еще раз. До максимального 1600 мм. Соответственно, большое количество типоразмеров позволяет использовать эту коллекцию в различных санузлах различного размера. Например, маленькие в гостевых, а большие не в гостевых. Но, в принципе, можно и в средних тоже использовать, потому что есть и средние размеры. Хватит ржать. Thank you.